решение это вопрос. Решение это вопрос. Шепот, крики, кривотолки. Шли люди, словно страшным. Зарели чьи-то жены. Молились молча старики. Отцы-то были все. Теряй по вагонам родных. Но считай, кто остался в живых. Нет. Эй, котерев дуаухой. У режима Сталина не получилось разорвать и оторвать Крым. Тем более у них не получится оторвать крымских татар от своего дома. 1944 год, 18 мая, был выслан, цинично был обвинен в предательстве и выслан весь крымско-татарский народ. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы почтить память тех погибших при депортации крымско-татарского народа. Как вы знаете, сегодня мы наблюдаем параллель между 1944 годом и 2014. Снова Крым оказался под оккупацией Российской Федерации. И зараз запрошуємо, і ми дякуємо за принципову позицію. Дорогі друзі і браті, від себе лично, від імені великої групи азербайджанців, Джамала виступила на Євровидінні, вона доказала, донесла до Европы и до мира короткий месседж своей песней. И, как мы видим, ее поддержала Европа и мир победой. Единственным мужчиной в Европейском Союзе. Друзів, Україна, світ не повинні допустити, аби трагедія кримсько-татарського народу повторилася знову. Це спільна позиція не лише України, але провідних країн Європи та Америки, авторитетних міжнародних організацій, всіх наших партнерів по всьому світові. Крим був, є і буде залишатися невід'ємною частиною України. А країну злодія буде примушено повернути вкрадене.